яичников. И сегодня мы играем на красно-яичном Edwards, produced by SP. Здесь есть все, что нужно. Две крутилки туда-сюда. Хамбаскер и Семер Дункен. И фурнитура готов. Машинка. Вот у меня точно такая же. Держит строй абсолютно идеально. Японская. Колодки. Готов. У меня точно такие же. Держит строй просто охеренно. Что еще? Здесь есть белая полоска. Как здесь тоже, в принципе. Гриф на болтах. На болтах. Я прикрываю поганый бренд, потому что мой голубой ремень порвался. Что еще? Здесь есть вырезы. Очень интересные, сука, вырезы. Вот здесь. И здесь тоже. Именно благодаря этим вырезам гитара звучит так интересно. Гитара обладает классическим фонтанирующим звучанием. Не забывай, что ее можно вложить в яйца. Если тебе нужно рубилово, а каждую вторую минуту ты должен включать чистый звук, и все это сопрягать со своими яйцами, чтобы быть крутым, то тогда этот красный Эдвардс, рука терминатора, твой выбор.